Иван, приветствую. Приветствую. Я не так давно сформировал свою личную миссию раскрытие творческого потенциала людей. И миссия Ивана очень благородная и связана также с распаковкой многих ценностей для нашей страны, для региона и вообще для нашей цивилизации. Иван, расскажи немного о своей миссии. Мы в «Артели» возрождаем русский стиль мебели и архитектуры, поднимаем престиж рабочих профессий, создаем жилые пространства, культурные объекты, образовательные программы для гармоничного развития личности. И мы это делаем физически, руками, создавая добро ручной работы. «Артель Русичи» производит очень добротную мебель, столы, стулья, которые классно вписываются в новые интерьеры, особенно в банные комплексы. И давай вот интересно, как бы вообще, если мы с вами строим лучшее производство в мебели, да, под старину, а «Артель Русичи», на мой взгляд, выпускает самую лучшую мебель под старину, давай подумаем, не то что подумаем, мы применим инструменты технологии Кайдзен и спроектируем идеальное производство мебели. Иван, на какой стадии находится твое производство? «Артель Русичи» — это такой динамично развивающийся проект, предприятие, и мы постоянно совершенствуем и эффективность, и саму работу, и вообще, в принципе, строим лучшее производственное предприятие в России, а может быть, даже и в мире. И на текущих ресурсах, на текущих площадях и при текущей системе управления мы уперлись в потолок, когда нам недостаточно ресурсов, чтобы продолжить такой же планомерный рост. Нам нужен такой эффективный рост сразу на порядок по эффективности, по производительности. Одно из таких решений было приобрести дополнительные площадя, земли и строить большое производство. И в данном случае мы с собой этим занимаемся. Давай, наверное, промежуточные такие результаты, точка Б на сейчас, то есть что с твоей стороны, как собственника, удалось уже вот за эти месяцы значимо, ну, повлиять, перевернуть в «Артели»? Ну, мы с тобой вместе внедрили ряд инструментов Кайдзена. Мы стали планировать производство, у нас срок сдачи заказа сократился с месяца до 15 дней. То есть было 30 дней? Да. Стало 15 дней. Да. Да, то есть в два раза ускорили производство. Ну, очередь из заказов в два раза сократили. И теперь у отдела продаж есть четкое понимание, на какие даты, например, можно оставить отгрузку заказа. И спокойно планировать. Коллеги, ключевой инструмент технологии Кайдзен — это вам никто не расскажет, да японцы не подсвечивают. Ядро на самом деле системы Кайдзен — это система планирования и контроля. Иван, ну в принципе, десятку, я думаю, что мы сделаем на этих площадях, да? А дальше какие цели? Какая следующая точка? Я уже говорил, мы начали строительство большого производственного комбината. Там мы закладываем площади 3000 квадратных метров производственные, и есть еще возможность куда-то расширяться. И в том числе там мы планируем создать там супер условия, и этот гигиенический минимум, который мы здесь уже создали, и все от этого получают удовольствие, там мы будем стремиться к гигиеническому максимуму. И там у нас есть в планах там и массажные кресла, и комната для сна, чтобы человек пообедал, мог пойти там подремать полчаса, и это нормальное явление. И Иван один глазком посвятил проект, там даже пальмы будут с производства. Да, у нас там будут водопады, прям в производственном кластере будут там пальмы, и, возможно, бабочки будут летать, потому что зелень, живая зелень, природа и эстетика – это все пространство, которое вдохновляет и наполняет. И там же мы планируем сделать площадки, где мы будем семьями, наши работники смогут семьями собираться, проводить какие-то эвенты, дни рождения в наших вот таких эстетских столовых. Это не только рабочий момент покормить персонал, а это пространство, куда можно прийти с семьей, отпраздновать мероприятие какое-то и там провести какое-то событие. Мужики, кому нужна будет работа будущего, самые высокопроизводительные, оплачиваемые и счастливые рабочие места, следите за вакансиями. «Артель Русичи» — это лучшее производственное предприятие в России, и это лучший работодатель в России, а может быть и в мире. Поэтому, друзья, мы вас ждем, нашу команду. Давайте двигать дальше, создавать эстетику в этом мире.